Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топи Геймс. Вас атаковал выживший и украл вот такие вот ресурсики, которые вы видите. Обязательно нужно идти на антирейд, но прежде всего нужно подготовиться и проверить, что у нас здесь дает наш лекарь. В принципе, ничего того, чтобы могло помочь мне в самом антирейде, или, как вам удобно говорить, месте Барзи Выжившего, я не увидел. Поэтому, ребят, давайте сейчас я быстрым образом подготовлю все, что нужно для антирейда, и мы туда отправимся. Итак, ребят, все, что нужно для рейда, для мести Барзи Выжившего, которая осмелилась нас зарейдить, я уже приготовил. Это 3 ВССа. Но если так посмотреть, то по прочности они даже на 2 не смахивают. Получается, что вот этот ВСС немножечко еще постреляет, вот этот уже, по-моему, свое отстрелял. Но он нам поможет однозначно. Конечно, я буду максимально использовать первых 2, последний, надеюсь, нам не придется использовать. Хотя я хотел бы попасть на базу мега крутую и залутать уже оружие с глушителем. Потому что оружия с глушителем просто нет. Обошел все, что у меня есть. Я понял, что на аккаунте Михалыч оружия с глушителем больше нет. Есть еще один ВСС, который имеет полную прочность, но тем не менее я его пока не беру. Надеюсь, этого всего хватит. Мы отправляемся на базу Бенджи. Надеюсь, этот Бенджи принесет мне очень много хорошего лутца. Ну, как минимум, вернем свой дуб и, надеюсь, алюминиевые пластины. Может быть, конечно, найдем что-то интересное. Лучше, конечно же, с глушителем. Охо-хо-хо-хо, ребят, вот это база, вот это шикарная база, не маленьких размеров. Куча кольев и разрушенных стен. Так, что у нас кислотная ванна? Кислотная ванна, в принципе, не юзается, это означает, что она просто собрана и туда никогда не ложили зараженный ящик. О, по белый, это как бы новогодний узор 2018. Сейчас смотрим, перекраска, то есть чоппер полностью практически заправлен, но тем не менее в нем нету ничего интересного. Что есть в пикапе, интересно? Пикап пустой, но я вижу, что если дальше мы выйдем, то там будут 2 турельки. Они как бы агриться уже собираются на нас. Если сейчас мы не найдем никакого лута там во всех уголках этой базы, то, конечно, взрывать будем напротив турели. Потому что потому, ребят, именно возле турели, наверное, прячут все люди свой лут. Итак, ух ты, ни хрена себе, это хранилище, ребят, хранилище. Давайте попробуем рубить хранилище синего цвета, голубого, да, можно так сказать, или синего. Ни хренище себе, это же куча колес, ребят, куда их девать, колесики, колесики, колесики. Давайте возьмем парочку штук для прикола, может быть, когда-то понадобится. Так, следующие ящики или все-таки взрывать? Блин, на этой базе, я думаю, все-таки есть возможность найти что-то крутое, типа... Не колеса, а оружие. Мне интересно. Это, опа, оранжевый ящик, голова. Что? Это что? Это стальная база. Так, загорелся. Везде просто горит сишка. Это просто стальная база огроменных размеров. И я вижу, что, конечно, можно пробежаться вокруг этой базы, чтобы все зомби покоцались об колешки. Но, пожалуй, этого делать не буду пока что. В целях как бы экономии времени видео. Давайте все-таки попробуем также зарубашить один из оранжевых ящиков. Так, первый. Охо-хо-хо-хо, ребят, это нифигище себе. Сразу же нужно уничтожать морковку и на ее место паковать себе аптечки. Мы попали на базу медика. Ну или Эдика. Ну или что-то среднее между Эдиком и медиком. Что именно вам послышалось, я думаю, вы напишите в комментариях. Итак, ребят, ну что, давайте несколько аптечек, конечно же, даже сразу. Ну, я не знаю, может быть, сейчас тут ВССов куча. Может быть, куча большущая ВССов. Блин, о, мои дубовые досточки. Дубовые досточки, иди сюда. Морковка, до свидания. Калашик сюда. И катану однозначно заберем вместо топора. Круто. Пока что, конечно, вот я, интересно мне, что же находится именно в этой
за этими стенами, потому что другого лута, ну, который бы я прятал за стальными стенами, я бы не знаю. Например, гранатометы, может быть, и ВСС, ну, то есть оружие с глушителями, за которые мы, я именно сюда и пришел. Так что, о, бандыс, ребят, мясо просто жесть, просто мясо, я не знаю, на всю жизнь в игре хватит мяса. О, так, что-то меня там не пускает. Это, наверное, все-таки ящик. Еще один ящик. Блин, шикарно было бы, если бы я попал на базу. По-моему, один из ящиков не дает им пройти, да, и они оббегают вокруг. О, зажали, ребят, зажали. И другого варианта я не вижу, как просто брать ВСС и отстреливаться от этих зомби. Несмотря на то, что я экономлю ВССки, но когда-то-то их нужно же использовать. Что здесь я имею? То есть лутать однозначно я буду все ящики, которые здесь есть. Так, вот ящик. В оранжевых ящиках одна... О, еще одна катана и стальные пластины. Но стальные пластины это с моей базы, а вот катана, наверное, пацана. Почему целый ящик нету катан? Блин, хранилище пустое. Еще один ящик. Я так понимаю, что шум подкрадается. Ох-ох-ох-ох-ох, ребят, разрушители. Хотя, если бы были катаны, я бы с удовольствием взял вместо этих разрушителей все-таки катаны. Так, переоденемся в сет спецвойск. И пора, наверное, посетить наш чоппер, чтобы туда выгрузить все, что здесь есть. И, пожалуй, наверное, даже слиться можно об колешки, чтобы вернуться уже... Вернуться сюда еще разочек. Еще разочек. Еще разок. Ведь ты пробовал, дружок. Блин, ну взрывать, наверное, стены мы уже не будем, потому что... Ну, одну сишечку оставим. Все-таки одну сишечку оставим. Сольемся об колешки, да, и перевернемся сюда еще, чтобы максимально забить свои клетки крутейшим лутом. Есть. Так, воскреснуть, ребят, вы прожили 2 дня. Я скажу вам, это достижение. 2 дня прожить тоже нужно уметь. В игре именно. Так, 88% голод и жажда. Теперь нам пора выложить все, что мы приперли с базы выжившего. Это сишка 3 стека большущих аптек. Скажите, что 3 огромных стека аптек это крутейший лут. Потому что, если особенно считать, что аккаунт начинающий, и вы только вот недавно раздуплились, что и к чему тут делать, то вот эти аптечки, кстати, будут всегда. Поэтому, если вам на первом рейде попадется такая база Бенджи, я думаю, вы знаете, куда идти и куда взрывать. Сам как в шоке, что он попал на такую базу, конечно же. Хотелось бы найти тупо ящик с каким-то огнестрелом, миниганы, гранатометы. Я не знаю, ну просто, ну хоть раз-то попадется. Или дискет. Почему не попадаются дискеты? Блин, вопрос. Ну я все равно думаю, что когда появится бензорез, то мы увидим намного шикарнейшие луты на базах выживших. Потому именно, я думаю, такой лут, как дискеты. Там я не знаю, что еще можно называть крутым лутом. Все, что... имеет отношение к редкому луту, все-таки ребята прячут в таких комнатах из стали. А мы давайте крутить педали, пока нам тут не дали стали, да? Пока нам стали не дали. Так, аптечки, аптечки. Тут топоры мои, так что здесь проверяем. Вот они, аптечками забиваем все. В принципе, еще я думаю, что аптечки никогда лишними не бывают. Они бывают не лишними. Так, у меня здесь есть еще один ящик. Интересно, что в нем? Хрен. О, ребят, как здесь все запущено. Турель где-то там видна. А вот здесь, я так понимаю, что это? Тоже, ребят, на... похоже. Короче, там тоже стальная стенка. И что делать с этой стеночкой, конечно же, я не знаю. Потому бензорез еще не ввели. Я думаю, что тот лут, который я нашел, можно
радоваться хоть этому луту, просто выбирать самое редкое и уходить отсюда на все четыре стороны. Лучше мне никто ничего не даст. Кренакс еще пустой один, то есть понимаю, что... Так, что там по шуму? Может быть и правда взорвать? Вот, ага, стальной, а вот сюда каменный. А вот сюда... А вот не знаю, ребят, что будет лучше. Наверное, взрываем. Жизнь у нас одна. Если что, у нас там лут есть, да? Давайте все-таки максимум забьем себе ячейки всяким крутейшим лутом. И взрыв. Если там ничего нет, то будем просто уходить, ребят. Еще два ящика, причем синих. Блин, не особо, конечно, хотелось синие ящики увидеть после взрыва. Но делать нечего, давайте хоть посмотрим, что в них лежит. Я надеюсь, что здесь что-то крутое. Так, ну, сишку, вместо сишки, наверное, положим еще больше аптечек. Так вот. Ну, если все так по идеале, буду бежать назад, еще одну пачечку аптечек возьмем. Хренакс. Изолента и хренакс. Ох, куски ткани, ребят, не особо круто. А где громилка? Громилка. Иди, give me, give me. Надеюсь, получится. Во-во-во-во-во, пацан, ты поосторожней. Конечно, интересно тоже было бы заглянуть, что там. Именно там, в синих ящиках. Но пока что то, что имеем, и так меня полностью удовлетворяет. И я думаю, что крутым лутом это можно назвать. И полностью заменить это на то, что украли, я бы согласился на ура. Поэтому, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте под ним лайкосики. Не забывайте оформлять подписочки на канал, чем вы очень поддержите, поддерживаете меня и выход новых видосов. Всем пока-пока. Увидимся в новых видео. Пишите комментарии.